У нас на первом уроке сочинение. Ну вот, а ты в учебник даже и не заглядывала. Ха, подумаешь, Островский, образ бесприданницы, я все знаю. Считается, что бесприданница положительная, а на самом деле она просто слабая личность, потому и погибла. Так сочинение напишу. Кино смотрела «Бесприданница». Прям вся слезами облилась. Всегда плачешь, когда про любовь. Полную версию смотрите бесплатно на megogo.net.